умеет выйти из любой жизненной ситуации. Они любят быть на виду и играть на публику. Они уверены в себе и своих целях. Они любят ощущать себя неотразимыми и заметными. Они не позволяют вмешиваться в отношения посторонним. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Они постоянно стремятся к совершенству. Такие люди обречены на блестящую карьеру, большие доходы. Это интеллектуально начитанные и образованные личности. Они стараются не допускать лишнего при окружающих. Они обладают творческим потенциалом и хорошей фантазией. Бывают очень сдержанными, а также решительными стратегами. Стремятся развивать свои таланты в искусстве. Предпочитают проводить время в теплой компании. Они легко устанавливают доверительные и теплые отношения. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Они следят за своим внешним видом, ярко одеваются. Они нуждаются во внимании со стороны партнера. Это веселые и оптимистичные личности. Они умеют делать широкие жесты. Они чрезвычайно практичны и приземлены. Им доставляет удовольствие сам процесс сотворения нового. Окружающие часто злоупотребляют их добродушием. Постоянно находятся в поисках хобби или личного дела. Большую часть жизни они обучаются и совершенствуются. Свободолюбивые, мечтательные и загадочные личности. Они добиваются больших успехов лишь в сложных сферах. Всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Интуитивный склад ума адаптируется в любой ситуации. Они охотно ездят на разные курсы и конференции. Такие люди щедры на подарки и сюрпризы. Людям нравится их живой и пытливый ум. Наделены развитой интуицией, выявляют критичные явления. Судьба всегда ставит их перед возможностью выбора. Они готовы предложить помощь в различных ситуациях. Этим людям важно коллективное мнение. В коллективе они завоевывают авторитет с первого дня. Эти люди любят действовать в команде. Вдумчивые, трудолюбивые и восприимчивые личности. Они проявляют достаточно усердности для успеха. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.